Ребят, всем привет! Сегодня мы на рынке овощей и фруктов. Сделали репортаж, пообщались, масса интервью о том, что думают люди, которые работают в Москве, приехали из Средней Азии. Хотят ли они в США, не хотят. В прошлый раз мы делали видео с простыми людьми, сейчас мы это делаем с предпринимателями. Итак, смотрим. Покупаем помидоры у Марвиса из Азербайджана. Как относитесь к Америке? Не соображаешь. Хотели бы в Америку уехать? Нет, нет, нет. Вас как зовут? Алик. Алик, вот рекламу вам заодно сделай. Алик, а вы откуда сами? Азербайджана. Как к Америке относитесь? Да? К Америке как относитесь? Да. Ну, если бы предложили переехать в Америку, переехали бы? Да? Хотели бы? Лучше ли там, чем здесь, как думаете? В Америке лучше? А родственники есть или знакомые у вас там? Нет, у тебя нет. Все, Алик, спасибо вам. Спасибо. Как думаете вот по поводу Америки, что скажете? Ну, я вообще в Грузии. Да. Не идет на сторону Европы, поэтому мне очень нравится, что Америка вообще супер. Хотели бы в Америку? Да. Зовут откуда? Иран. Из Ирана? Все, Касанов, найди меня. Ребята, у вас такие глаза голубые. Классные. Как относитесь к Америке? Америка? What is your name? Хотела сладкой жизни, сирийской сладости. Вы из Сирии же, да? Нет. Из Узбекистана? Нет. Узбекистан? Классно. В Америку не ходите переехать? Куда? В Америку. Хотите? Классно. Вы же на визу подавали? Как думаете, там лучше, чем здесь? Вас там знакомые, да? Да. Спасибо. Это место позволяет гражданам Узбекистана, Таджикистана и другим гражданам СНГ регистрироваться и получать патент. Потому что не каждый гражданин может работать в России без разрешения на работу. А мы едем дальше. Увидимся в следующих видео. Пока. Всем пока.